Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Вечная память и вечная слава героям войны. Мазыр отзначил 74-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. Щодрый вечер. Сегодня в регионе святкуют Старый Новый год. Музыка дарит здоровье. Уникальный проект реализуют гомельские городские оркестры. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. У Мазыры адзначылі 74-ю гадавіну вызвалення горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На кургане славы прайшоў урачысты мітынг. Аддаць даніну памяці вялікаму народнаму подзвігу сабраліся дзясяткі мазыран. Максім Савін працягне тэму. Некалькі пакаленняў жыхароў сабраліся ля кургана славы. Школьнікі, студэнты, ветэраны, баявыя афіцэры, прадстаўнікі прадпрыемстваў і арганізацыі, раённай адміністрацыі і духавенства. Урокі гісторыі напярэдадні 14 студзеня не ўспамінаюць, бо яны такие страшные и жесткие николи не забываются. Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно всегда быть бдительными. Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной и с честью защищают интересы родного края. Уверены, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками. Они нас не подводят и всегда будут держать равнение на подвиг доблестного поколения победителей. С того самого доблестного поколения пераможцаў сегодня на кургане славы адзінкі. Тыя, кто памятает долгие 2,5 года оккупации. С 18 тысяч до военного насельництва Мазыра до вызвалення дожили ледь больше за 4,5 тысячи. Нам сегодня трудно представить все эти тяготы, лишения, трудности, которые пережили защитники Отечества, а также те, кто жили в этом городе все 2,5 года оккупации. Только представьте себе, на момент освобождения Мозыря в городе проживало 4700 жителей. Всего 4700 жителей. Большасць гэтых людзей з кветкамі ў руках – нашчадкі тых, хто ў пасляваенныя гады аднаўляў прамысловасць, наладжаў работу транспарту і сувязі, узводзіў жыллё, бальніцы і школы. Хвілінай маўчання прысутныя ўшанавалі памяць героў, якія аддалі жыццё за перамогу. Да мемарыяла традыцыйна ўсклалі кветкі. Гірлянда возлагаецца ад ветеранаў Вялікай Адзіннай вайны и воинов Мозырского гарнизона. Организаторы памятного митинга в этом году подрихтовали интересный сюрприз. Свою доблесть, отвагу и майстерство продемонстрировало новое поколение оборонцев родимы. Уроки той войны застанутся с нами. До того часу, покуль каждый будет памятать подвиг героя Великой Отечественной и шановать память людей, которые перемогли фашизм. Максим Савин при поддержке телеканала «Мазыр». Вынікі ўтварэння ўчасткаў для галасавання і іх гатоўнасць разгледзелі на пасяджэнні Гомельскай абласной камісіі па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. У Гомельскай вобласці ў дзень выбараў будзе адкрыта 1022 ўчасткі. Большасць з іх 609 у сельскай мясцовасці, астатнія 413 у гарадах. Парушэнняў па выніках ўтварэння ўчасткаў не выяўлена. У асноўным яны размешчаны ў аб'ектах сацыяльнай сферы, у школах, паштовых аддзяленнях, будынках устаноў культуры і аховы здароўя. При этом особливую увагу надали их доступности для инвалидов-спинальников. Зараз у Гомельской области их проживает около 4000. Для зручности 636 участков обсталяваны по правилах безбарьерного осяроддзя. На остатних будут працевать волонтеры, которые окажут инвалидам допомогу. Что немаловажно, большесть участков разместили на первых поверхах будинков. Так само на посяджении обмерковали пытание финансования круговых территориальных комиссий и размеркование эфирного часу для выступления у кандидатов у депутаты по радио. Согласно статье 46 избирательного кодекса, эфирное время, лимит эфирного времени телерадиокомпании, он определяется не позднее 30 дней до проведения выборов. Наша областная комиссия распределяет этот лимит, также определяет эфирное время для каждого кандидата. Жарабьёўку выступлення правядуць акруговыя камісіі пасля рэгістрацыі кандыдатаў. Радыё выступленні будуць выходзіць не ў прамым эфіры, а ў запісу працягласцю каля 3 хвілін.
У Гомельской областной клинической больнице распочали проведение операции, которые сами медики называют уникальными. Это же вызначение можно применить и до найновшего обсталявания, которое применяется при таких хирургичных умешальництвах. С новыми махчимостями региональной медицины ознайомился Олег Сенцеров. Год у Гомельской областной больницы проводится около 20 тысяч операций, и каждая десятая из них является высокотехнологичной. Але операции, которые начали работать тут на этом тыдне, без перебольшивания новых, новый уровень региональной медицины. Нейрохирургическое отделение номер 2, больше ведомое серед пациентов, как отделение хирургии позвоночника у Гомельской областной больницы открыли у кастричнику 2015-го. С того часу тут проведено больше 1500 операций, а теперь их эффективность значно повысится. С 10 студеня у отделения началось выкористание так званой хирургической навигационной системы, а позднего 7-го поколения. Теперь операция на позвоночнику, якая может протягиваться до 8 годин, будет проводиться с допомогой специального высокотехнологичного обсталявания, якое дозволяет праз монитор у реальном часе назирать за всем процессом. Здесьнить помылку, якая может створить пациенту додатковые проблемы, у таким разе практично немогчима. Импланты для фиксации позвоночника, винты, крючки, все, что необходимо для стабилизации при переломах, при повреждениях, при заболеваниях позвоночника. Безопасно для пациента установить их в позвонки и в дальнейшем добиться стабильности на уровне повреждения. Второй момент положительной используемой системы – это снижение количество рентгеновских снимков, используемых во время операции. Уникальное обследование набыто за кошт республиканского бюджета при поддержке Гомельского облвыконкома. Его кошт складывает около 380 тысяч долларов. Нечто подобное, але больш раннего поколения, сегодня есть только у республиканском науково-практичном центре ортопедии и травматологии. Для работы на новом обследовании у областной больницы притягнули выключно своих медиков, которые прошли специальную переподрыхтовку. Дальнейшие планы по техничному оснащению установы под администрации покуль не раскрывают, але кажут, что найновшая хирургическая навигационная система опошним набытком не будет. Направление развития Гомельской областной больницы, как медицины в целом, это внедрение малотравматических, как мы называем, малоинвазивных методик хирургической помощи, новых диагностических комплексов. Поэтому в этом направлении будем действовать. Олег Сентеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Музыка дарит здоровье. Гомельские городские оркестры совместно с областной клиничной психиатричной больницей реализуют уникальный проект. Он включает 5 концертов сеансов классичной музыки, которые носят терапевтичный эффект и дополняют медикаментозное лечение. Для нашей области этот проект – новация, але специалисты уже давно выкористовывают классичную музыку у лечебных метах. Например, у России музыкотерапия признана Министерством аховы здоровья как официальный метод для лечения. З яе допомогой выратовывают от неурозов. На думку навуковцев, наибольший эффект классичная музыка оказывает у живым выконанні. Музычные вибрации массажуют внутренние органы, стимулируют кровозворот и позитивно впливают на костяную структуру. Влияние классической музыки давно известно. Она имеет оздоравливающий эффект, особенно музыка Вольфганга Амадея Моцарта. Английский ученый Кэмпбелл написал даже целую книгу о влиянии музыки Моцарта на состояние человека, оздоравливающий эффект. Там даже есть отдельные показания. Сейчас вы слышали кассацию, это ночная музыка для влюбленных, и торжественный марш Вольфганга Амадея Моцарта. У областной психиатричной больницы музыкотерапия будет проводиться раз на месяц. Наступный концерт пройдет 17 студеня и будет складаться с творов Моцарта. С просьбами об допомозе у разных житевых нягодах и хворобах верники звертаются до православных святыняв. На наступном тыдне у храмах Гомельской епархии можно будет поклониться частице Рызы Господней и мощам Матроны Московской. С 18 студеня по церквах региона начнется хрестный ход. Святыни будут передавать с храма в храм. Убачить их можно будет у Гомелі, Светлогорску, Жлобіні, Речице и Рогачове. Реликвии будут доступны для верников до 18 соковика. Сегодня у Беларуси отзначают Старый Новый Год. Это свято – редкий исторический феномен, який з'явился по причине смены летозлічення. Одна из главных старожитных традиций этого дня – калядки, которые так само возникли как уникальный культурный синтез язычницких и христианских традиций. Дмитрий Котов с подробностями. Ой, зима, зима, ты морозная, наша ты калядка.
На Гомельщине каляды заўсёды проходят масштабно и видовищно. За час основания обраду отбылись пэўныя змены, але галоўная сутность засталась ранейшей. Одно из обовязковых правил на каляды – сустракать свято усёй сям'ёй. Однако семейным застольем яно не обмяжоўваецца и протягивается веселыми шумными гуляннями. Люди перапранаются, размалёвывают твары и выкарыстовывают маски. Пасля яны отправляются у традиционное урачыстае шэсце до своих суседзяў. Со старажытных часов каляды были одним из самых радостных святаў. Эта тенденция заховывается и сёння. Такие визиты постоянно сопровождались песнями, танцами и жартами. Гостей принято сустракать гостинно. Это залог того, что будущий год будет удалым. Если придут калядовать, значит, в доме будет целый год счастья, и все будет дома хорошо. Все, что пожелали калядовщики, все сбудется. Поэтому очень хорошо, когда они приходят. Очень хорошо. Головный деючий персонаж на каляды – коза, как символ плодовитости и добробыту. До того ж лишится, что гэтая живёла отгоняя нечистую силу. С живой козой по хатах ходить не принято, а тому ее роль выконывая перапранутый человек. А дай бог тому, кто в этом дому, ему рожь густа, рожь ужиниста. Калядовщиков принято одорвать разностайными подшастунками, пирогами, блинами, фруктами и цукерками. При этом у гостях нельга затримливаться. Господароў треба здивить, развеселить, але ни в яким разе не змарыть. Визит калядовщиков завсёды завершается однольково – словами подяки и выключно добрыми пожаданиями. Очень активно присоединяется к этой традиции молодежь. У нас в Новой Гуте просто вечером везде гудит, калядки звучат, очень весело. Вечером заключительный праздник возле Дома культуры, где мы поздравляем еще раз всех присутствующих, и продолжается праздник практически за полночь. Дмитрий Котов, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Больш даведацца пра старадаўнія традыцыі чаепіцця можна ў карціннай галерэі Гаўрыла Вашчэнкі. Тут адкрылася выстава самавараў. Экспазіцыя складаецца з антыкварных экспанатаў, чайных аксесуараў, хатняй маёмасці 19-го пачатку 20-го стагоддзяў. Усяго прадстаўлена больш як 40 самавараў. Іх рабілі з розных металаў, упрыгожвалі арнаментамі і гравіроўкамі. Кожны мае ўласную гісторыю. На выставе можна ўбачыць самавар-банку, самавар-чарку ці, напрыклад, самавар грушу. Основой экспозиции являются уникальные коллекции, собранные аматорами давнины Сергеем Путилиным и Владиславом Шишигиным. До початку открытия выставы гостям продемонстрировали способ распаливания стародавнего самовара, заварили у им чай и частовали у всех жадающих. На данной выставке представлено порядка 100 самоваров, бульоток, чайников, кофейников и, значит, заварочных чайников, чайных пар, кофейных пар, все, что связано, как сказать, с чаепитием. Для полноты моей коллекции я пригласил коллегу с нашего клуба коллекционеров «Юнона» Владислава Шишигин. Свою частку коллекции Сергей Путилин сбирал больше как 30 годов, шукающие экспонаты не только у соседней России, але и у Европе. Выстава самоваров будет працевать до 25 лютого. Паштовое отделение, якое працуе без перапынкаў, обедаў и выходных у круглосуточном режиме, да яшчэ бесплатно, дзякуючы информационным технологиям, и гэта стало магчымым. Об новом способе атрымання международных паштовых отправлений расскажуць мои коллеги. Гомельский филиал Рубелпошта – это 575 отделений у паштовой сувязи. Усе обсталяваныя компьютерными системами и объединены у одну информационно-технологичную сетку, якая дозволяет передавать дадзены у электронном выгляде максимально хутка. Отправить по поште лист зараз можно у любую кропку планеты. У среднем что день на Гомельщине доставляется амаль 130 тысяч газет, опрацовывается амаль 50 тысяч листов и 1000 посылок. Ежедневно в отделении связи поступает почтовое отправление, которое мы обрабатываем и выписываются извещения, потом которые в дальнейшем передаются почтальонам для доставки клиентам. Следующие клиенты приходят к нам в отделение с этими извещениями, мы выдаем по этим извещениям почтовое отправление. Это классический способ отримания посылок. До недавнего часу он был одним. Але дякуючи сучасным технологиям появилась альтернатива. По аналогии с крамами самообслуговывания, у областным центре створена автоматизованная поштовая станция для самостоятельного отримания посылок. У яе няма обеду и выходных. Яна працует бесплатно и круглосуточно. У вечера и у ночи включается светло-диодная подсветка. Станция отримала прописку по адресу улица Курчатова, 2. С выгляду это камеры захования с инфокиоском. И по сутности, амаль так
так і ёсць. Карыстацца паштаматам так жа проста, як і банкаматам. Каб атрымаць з яго дапамогай міжнароднае паштовае адпраўленне, трэба зарэгістравацца на сайце Белпошты і перанакіраваць пасылку на паштамат. Калі ж яна туды паступіць, чалавек даведаецца з СМС. Вообще срок хранення паштовых адпраўленняў у паштамаце – это 3 дня. После истечения срока хранения получателю будет направлено СМС о том, что почтовое отправление, его срок хранения истек. Почтовое отправление будет направлено в отделение связи, зоны обслуживания получателя. Гранічныя памеры пасылкі наступныя: шырыня 40 сантыметраў, вышыня 39, а глыбіня паўметра. Максімальная вага 10 кілаграмаў. Пры налічэнні мытных пошлін, а таксама наяўнасці сум накладзенага плацяжу, на экране з'явіцца неабходная сума. Аплаціць яе можна на месцы банкаўскай карткай. Перавага паштамата яшчэ і ў тым, што не трэба браць з сабой пашпарт. І калі не атрымліваецца забраць пасылку асабіста, можна папрасіць зрабіць гэта каго-небудзь родных. Аднак перад пачаткам карыстання паслугай ўсё ж давядзецца один раз пройти идентификацию с пашпартом у любым отделении сувязи. Детали можно удокладнить по номеру 154 або прочитать на сайте. Коли новинка станет популярной у гамельчан, это дозволит разгрузить паштовые отделения. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области вызначили самые популярные имены 2017 года. Ими стали Артем и София. Нередко батьки под уплывом модных тенденций выбирали и редкие славянские або замежные имены. Усё для того, как подкреслить уникальность своего дитяти. Ганна Корольчук доведалася, что ее имя так само уваходит у топ популярных. Меня зовут Марта. Мое имя обозначает госпожа или хозяйка. Меня зовут Демьян. Меня зовут Амелия. Мое имя значит трудолюбивая. Серафим. А что это значит? Ангел. Меня зовут Славомир. Умный, добрый, сильный. Мое имя состоит из двух частей – мира и слава. Я всегда шустрая вести. Коли у счастливых батьков нарожается дитя, первое питание знакомых – хлопчик или девчонка, а другое – как назвали. Махчима справа не только у цікавності. Мы интуитивно разумеем, как шмат имя значить у житті человека. В дошкольном центре развития дитяти «Веселка» можно почуть разные имены – от популярных до незвычайных. Серед редких, которые выбирают для детей у Гомеля – Громослав, Виссарион, Глафира, Радамира, Ибрагим и Фатима. А многие распаўсюджаныя раней – Виктор, Антон, Юлия и Ольга. Зараз у списе редких. Амаль як у фэшн-индустрии, на выбор уплывают модные тенденции. Частей за все батьки звертают увагу на значение имя и сугучность прозвища. Причем, часом робится такой отказный выбор у самый опошний момент. Приходят обычно уже подготовленные, конечно. Иногда некоторые родители просят нас каталог, чтобы дали посмотреть. Ну, полистают, полистают. Мы с ним, конечно, начинаем беседу вести. А как решили? Ну, обычно каталог смотрят те люди, которые решают. Жена хочет одно имя дать, муж другое. Естественно, конечно же, не могут решить, какое имя. Поэтому полистают, полистают, но в конечном итоге, конечно же, называют своим именем. Вот кто-то по святкам называет, кто-то сериал посмотрел, называет. В доме громадянских обрядов Гомеля в этом году поспели зарегистрировать 35 детей. Первым хлопчиком стал Владислав, девчонкой Евгения. Однако, по словам Ольги Климковой, летошняя тенденция покуль заховывается. А кроме топовых Артема и Софии, до модных имен так само належат Матвей, Иван, Михаил и Максим. Серед жаночих это Ганна, Ксения, Виктория и Лизавета. Узрастает популярность такого имя, как Ева. До речи, супрацовники отдела УЗАГС закликают креативных батьков до выбору имя дитяти ставиться с отказностью, как детям у будущего не пришлось изменять имя у юридичном парадку. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Гэта и так само іншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире.